Начинаем мыть ручки. Первое не мыло, а первое вода. Все, набрали. Теперь добавляем мыло и становим вот так мыть, чтобы были пузырьки. А теперь вот так. И вот так. Следующее – это внизу пальцев. А следующее мы будем мыть здесь. А теперь здесь, потому что это вся рука. И все смывается. Помните, что без мыла от микробов не избавиться. Да. Можно помыть еще два раза ручки, потому что первый раз водичка идет очень грязная, второй раз водичка идет уже меньше грязная, и третий раз уже водичка будет чистая. Не болейте.